И отечественного кинематографа была традиция ходить каждый Новый год в баню. У Жени, самого известного во всем мире, в мире фигурного катания, тоже наверняка есть свои традиции. Вот одну из них, самую приятную, мы пытались проследить вчера во время произвольного катания. Такое количество 6-0. Хотелось бы, чтобы стало традицией для тебя, Жень. Для тебя самого это было приятно? И для насколько неожиданна такая реакция судей? Вы знаете, первое я скажу, что я очень люблю ходить в баню. Вот, париться в бане очень люблю. Безусловно, приятно, это самая высшая оценка в фигурном катании. И, конечно, хочется, чтобы это повторялось и повторялось. Чтобы на каждых соревнованиях получать 6-0, это... Ну, конечно, я катался вчера очень неплохо, точнее, хорошо. Вот, и я получил 6-0. Это высший балл, высший. Я просто благодарен судьбе, что, наверное, мне сказали, что я вошел в книгу рекордов Гиннесса, что никто не получал на чемпионатах России все 6-0. Почему Женя Плющенко такой скромный? Ведь катался он не просто хорошо, а блестяще, великолепно. Или действительно прокат не настолько великолепен, как ты считаешь? Кататься можно гораздо лучше. Это я говорю открыто, это не просто там хвальба или еще что-то. Нет, на самом деле можно делать два четверных. Просто была такая позиция вчера, что нужно делать всего один четверной и просто чистый прокат. Для Питера, для народа, кататься в удовольствие. Я это сделал, я доволен. Традиции это сделаешь? Традиции сделаешь такое катание? Это была бы моя мечта. Если честно, это вчера было хорошее катание, поэтому это было бы великолепно, если бы я так катался. Женя, вот что касается жизни вне льда, какие традиции для тебя существуют и они непререкаемы? Традиции, ну, приметы, можно так сказать, да, что усидеть на дорожку. Ну, у меня много примет и традиций на самом деле, просто я не буду говорить... во что я верю, чему я верю, это останется со мной. Ты суеверный человек? Я суеверный человек, да. А почему? Почему? А я думаю, что большинство спортсменов суеверные люди. Почему, не знаю. Хорошо, а что сегодня приготовил Евгений Плющенко для зрителей? Сегодня мы, безусловно, будем кататься с Игорем Корнелюком, город которого нет. Питеру это нравится, питерскому народу нравится. Я люблю эту тему, мне нравится выступать с Игорем, он прекрасный, талантливый человек. Вот, будем кататься, город которого нет. Живая музыка? Живая музыка. А вот это когда стало такой традицией хорошей? Ведь не в первый раз с Игорем Корнелюком вы выступаете вместе. Да, мы будем уже выступать в третий раз, если мне не изменяет память, по-моему, в третий раз. Но вообще, как бы первый раз я выступал в Швейцарии, это было шоу, известнейшее шоу Art on Ice в Цюрихе. Приходило, у нас было выступление 4 дня и приходило по 10 тысяч зрителей каждый день. Грандиозное было событие. И первый раз я катался с Глорией Гейнер.